Установка реактивного двигателя на самолет не только изменила его летные и боевые качества, но и внесла много нового в процесс его эксплуатации. Условия полета на больших скоростях, приближающихся к скорости звука, особенности взлета и посадки, принципиально отличные от поршневого мотора конструкции реактивного двигателя требует от техника и механика особенно точного соблюдения установленного порядка ухода за реактивным самолетом и подготовки его к полету. Перед началом работы прими все меры для предупреждения непроизвольных включений электроагрегатов, рычагов уборки шасси и выпуска посадочных щитков. Сняв с самолета чехол, открой фонарь кабины и проверь, поставлена ли рукоятка крана шасси в нейтральное положение и застопорена ли она предохранителем. Рукоятка управления краном посадочных щитков должна находиться в нейтральном положении на фиксаторе. Кран зарядки основной воздушной сети и кран аварийного выпуска шасси должны быть закрыты. Все рычажки тумблеров потребителей электроэнергии должны быть повернуты вниз. Кнопка управления огнем должна быть закрыта предохранителем. Рычаги управления пожарным краном и двигателем во избежание подтекания керосина должны находиться в крайнем заднем положении. Осмотри капот диффузора двигателя. Вынь заглушку всасывающего сопла и осмотри всасывающее сопло, обтекатель пускового мотора, лопатки направляющего аппарата первой ступени компрессора, нет ли внешних повреждений и нет ли во всасывающем сопле посторонних предметов. Затем закрой всасывающее сопло заглушкой. Открыв крышки лючков, отверни и вынь пробки заправочных горловин бензобаков. Проверь наличие бензина для пускового мотора и для запуска двигателя. Уровень бензина должен быть на 30-40 мм ниже верхнего обреза горловин. Осмотри капоты двигателя. Следов течи бензина, керосина и внешних повреждений не должно быть. Проверь крепление передних капотов двигателя. Сними крышку лючка и отверни заглушку хвостовика для прокрутки турбины двигателя. Раскрути турбину двигателя с помощью рукоятки и по звуку убедись, что лопатки турбины и компрессора не задевают за другие детали двигателя. Осмотри левую ногу шасси. Трещин, проколов и глубоких царапин на покрышках колес не должно быть. По обжатию проверь, нормально ли давление в пневматике. При нормальном давлении обжатие малозаметно. Осмотри колесный щиток и проверь, надежно ли он закреплен. Осмотри щиток стойки и проверь его крепление. Осмотри полувилку, траверсы, контровку гаек, болтов, траверс, шток. Подтекания гидросмеси амортизатора не должно быть.
При достаточном давлении шток должен выходить из цилиндра амортизационной стойки приблизительно на 140 мм. При покачивании за крыло усадка стойки должна отсутствовать. Осмотри контровку креплений амортизационной стойки, складывающегося подкоса, цилиндра подъема и выпуска. Осмотри крепление указателя положения шасси. Проверь состояние крепления трубок и бронированных шлангов тормозной системы и системы уборки и выпуска шасси. Замки убранного положения шасси и щитков должны быть открыты. На силовых крышках люков и нижней обшивке крыла не должно быть внешних повреждений и течи керосина. Проверив целость стекла аэронавигационного огня, осмотри верхнюю обшивку крыла, элерон, узлы крепления его и наличие контровки среднего узла крепления. Посмотри, плотно ли прилегает посадочный щиток к крылу. Осмотри верхний залез крыла и фюзеляжа. Стрелка указателя остатка топлива должна показывать 155 кг. Осмотри замки крепления капота фюзеляжа. Замки ДЗУС съемной крышки бокового люка фюзеляжа должны быть закрыты. Вынь заглушку и осмотри внутреннюю поверхность и иглу реактивного сопла. Если в реактивном сопле скопилось масло и керосин, то моторист обязан удалить их. Осмотри обшивку фюзеляжа. Осмотри хвостовое колесо, вилку, рессорную амортизацию стопора, купол, обтекатель. Открой крышку хвостового люка и осмотри аморт-подъемник, стойку и купол хвостового колеса, боуден троса стопора и кронштейн крепления троса, ролики и тросы управления рулем поворота и управления триммером руля высоты, качалку и тяги управления рулем высоты. Осмотри стабилизатор, руль высоты, триммер руля высоты. Проверь исправность контровки узлов крепления. Осмотри киль, руль поворота и узлы его крепления. В таком порядке осматривается правая сторона самолета. Осмотри остекление фонаря и проверь контровку шарика аварийного сбрасывания фонаря. Осмотри кабину. Проверь работу замка фонаря и легкость хода подвижной части фонаря в направляющих. Проверь, отклоняя ручку управления самолетом и педали, плавность хода руля высоты, элеронов, руля поворота. Вращая штурвал, проверь плавность хода триммера руля высоты и поставь его нейтрально. Открой кран зарядки основной воздушной сети. Давление в основном и в аварийном баллонах должно быть 50 кг на квадратный сантиметр. При педалях, поставленных нейтрально, нажми на рычаг управления тормозами и затем отпусти его. Рычаг должен отклоняться плавно. После отпускания его в течение 2-3 секунд должно быть слышно шипение выходящего воздуха. Нажми рычаг управления тормозами и поочередно отклоняй педали вправо и влево. При этом должно быть слышно шипение выходящего воздуха.
Отпусти рычаг управления тормозами. Педали поставь нейтрально. Закрой кран зарядки основной воздушной сети. При включении тумблера аккумулятора загораются зеленые лампочки сигнализации выпущенного положения шасси. Включив тумблер рация на 2-3 секунды, проверь напряжение бортового аккумулятора. Стрелка вольт-амперметра должна показывать не менее 24 вольт. Выключи тумблер аккумулятор и рация. Самолет желательно ставить против ветра, чтобы во всасывающее сопло не попала пыль. Перед запуском двигателя убедись, что в полосе газовой струи от двигателя нет других самолетов. Около самолета должны находиться противопожарные средства. Под колесами самолета должны быть установлены тормозные колодки. Убедившись в готовности самолета к запуску двигателя, при помощи специальной воронки с металлической сеткой заправь масло бак турбинным маслом марки L в количестве 12,5 литров. Заправка проверяется при помощи ныряла с меткой. Она нанесена на расстояние 260 мм от верхнего обреза горловины. Подсоединив аэродромный аккумулятор, посмотри на лампочки сигнализации шасси. Подготовив двигатель к запуску, подай команду «вынуть заглушки». И получив ответ «заглушки вынуты», скомандуй «от сопла». Получив ответ «есть от сопла», включи тумблер с надписью «двигатель». Произведи заливку пускового мотора, для чего в течение 3-5 секунд нажимай кнопку на правом пульте с надписью «обогащение». Включи зажигание пускового мотора. Нажав кнопку на правом пульте с надписью «запуск», включи электростартер, который раскручивает пусковой мотор. Если пусковой мотор не запустился, то произведи повторную заливку. В случае отказа электростартера следует использовать ручной запуск. Энергично выдерни несколько раз трос за кольцо при включенном зажигании пускового мотора. При достижении 800 000 оборотов в минуту нажми на нижнюю кнопку на рычаге управления двигателем. Тогда включатся зажигание двигателя и электропомпа, выдающая бензин в камеру сгорания двигателя. Через 4-6 секунд после нажатия кнопки начнется горение бензина в двигателе, которое характеризуется глухим бурлящим шумом. Когда после воспламенения бензина обороты двигателя начнут плавно возрастать, открой пожарный кран. Одновременно с открытием пожарного крана автоматически включаются керосиновые помпы высотной подкачки. Манометры давления за подкачивающими помпами покажут 0,5-0,8 килограмма на квадратный сантиметр. Не позже, чем через 25 секунд после воспламенения бензина, обороты двигателя достигнут 1800-2000 оборотов в минуту. Теперь правой рукой выключи пусковой мотор, а левой рукой, не выключая бензопомпы и зажигание двигателя, рычаг управления переведи из положения стоп в положение холостой ход. При запуске особенно внимательно следи за температурой газов в реактивном сопле.
После перевода рычага управления двигателем в положение холостой ход, обороты двигателя продолжают возрастать. Двигатель постепенно переходит на питание керосином, что характеризуется свистящим звуком. При достижении 3000 оборотов в минуту отпусти нижнюю кнопку на рычаге управления двигателем. Давление масла должно быть не ниже 0,3 кг на квадратный сантиметр, то есть стрелка манометра должна слегка отклониться от нулевого положения. Возьми ручку управления самолетом полностью на себя. Педали поставь нейтрально, нажми на рычаг управления тормозами. Плавно в течение 10 секунд переведи двигатель на режим 6000 оборотов в минуту. На этом режиме прогрей двигатель до температуры масла 50 градусов Цельсия. Следи за температурой газа при активном сопле. При повышении температуры более 650 градусов Цельсия переведи рычаг управления двигателем в положение холостой ход. Выжди, пока температура упадет, затем вновь увеличивай обороты. Переведи рычаг управления двигателем от 6000 оборотов в минуту до упора вперед плавно в течение 10 секунд, следя все время за температурой газов при активном сопле. На номинальном режиме проверь показания приборов. Число оборотов двигателя должно быть 8700 в минуту. Температура газов за турбиной не должна превышать 680 градусов Цельсия. Давление газов за турбиной при стандартных атмосферных условиях должна быть 46 кг на квадратный сантиметр. В зимних условиях оно несколько возрастает. Давление топлива перед форсунками при стандартных атмосферных условиях должно быть 50 кг на квадратный сантиметр. Температура масла в двигателе должна быть не ниже 50 градусов Цельсия. Рекомендуемая температура 70 градусов Цельсия. Давление масла должно быть в пределах от 1 до 4 кг на квадратный сантиметр. Давление за подтачивающими керосиновыми помпами 5,8 кг на квадратный сантиметр. Проверив работу двигателя на номинале, плавно сбавь обороты до 5000-5200 оборотов в минуту и проверь работу генератора, отключив аэродромный аккумулятор и нажав кнопку вольтамперметра. Напряжение должно быть не менее 24 вольт. Снова подключи аэродромный аккумулятор. Проверь приемистость двигателя. Установи рычаг управления двигателем в положении холостой ход и дав выдержку, пока не установятся устойчивые обороты 3000 оборотов в минуту, за 3-4 секунды переведи рычаг управления двигателем вперед до положения полный газ. Повышение оборотов должно быть плавным. Заброс оборотов разрешается не свыше 200 оборотов в минуту, а работа двигателя должна протекать без вибраций. Установи 6000 оборотов в минуту. В течение 3-4 секунд вновь переведи рычаг управления двигателем в положение полный газ. Время набора двигателем полных оборотов должно быть в пределах 8-13 секунд. Переведи рычаг управления двигателем в положение холостой ход. Закрой пожарный кран, вытянув вверх защелку, убери рычаг управления двигателем в положение стоп. Одновременно нажми нижнюю кнопку на рычаге.
и отпусти ее после того, как двигатель проработает 2-3 секунды на бензине. Продуй двигатель при помощи пускового мотора или раскручивай специальной рукояткой. Выключи тумблер с надписью «Двигатель». Выждав, пока остановится двигатель, осмотрев сопло, вставь заглушки. Перед заправкой самолета топливом обязательно проверить наличие около самолета заряженного огнетушителя. Заправка самолета топливом производится при неработающем двигателе и на расстоянии не менее 25 метров от самолетов с работающими двигателями. Во время заправки топливом запрещается включать аккумуляторы и производить работы по радио и электрооборудованию. Перед заправкой механик обязан проверить паспорт на топливо и пломбировку цистерны. Самолет заправляется керосином из автозаправщика, имеющего в своей сети фильтр для очистки топлива и сетку в шланге. Заправку керосином производить сначала через горловину заднего фюзеляжного бака, а после заполнения его заправь передний фюзеляжный бак. Уровень топлива при дозарядке перед полетом должен быть в заднем фюзеляжном баке на уровне горловины бака, а в переднем на 5 сантиметров ниже уровня горловины бака. После окончания заправки закрой пробки горловин и крышки лючков баков. Дозаправку бензобаков производи через воронку с шелковым фильтром. В бак для пускового мотора заливай бензин B70 или B78 с примесью 10% масла МК или МС. При температуре ниже 5 градусов Цельсия количество масла уменьшается до 5%. В бензобак для запуска двигателя заливается бензин B70 или B78 с примесью 2-3% масла МК или МС. На самолетах, где кольцевой бензобак не разделен на две части, и питание и двигателя, и пускового мотора производится одним и тем же топливом, в бензин добавляется 5% масла МК или МС. Зарядка воздухом производится от аэродромного баллона. Зарядный штуцер располагается в левом куполе шасси. Перед зарядкой открой кран зарядки основного баллона в кабине. Зарядка производится до давления 50 кг на квадратный сантиметр и контролируется по манометрам основной сети и аварийного баллона. После окончания зарядки закрой кран аэродромного баллона и кран зарядки основного баллона. Зарядный шланг отсоедини от зарядного штуцера и закрой крышкой штуцер зарядки воздушной сети самолета. Техник по спецоборудованию. Перед полетом подготовь радиостанцию, радиополукомпас и кислородное оборудование. Проверь и настрой радиостанцию, для чего подключи аэродромный аккумулятор. Включи на электрощитке тумблер рация. Установи переключатель рода работы на щитке управления радиополукомпасом в положение «Прием». Регулятор громкости на щитке дистанционного управления приемником радиостанции поверни вправо до отказа. При этом в телефоне должен быть слышен характерный шум, указывающий, что приемник работает. Установи по шкале на щитке дистанционного управления приемником заданную рабочую волну. Поставив переключатель на
и настрой передатчик по индикаторной лампочке. Затем свяжись с наземной радиостанцией. Если окажется необходимым, подстрой приемник и передатчик. Настроив радиостанцию, не выключая ее и аккумулятор, проверь и настрой радиополукомпас. Установи по шкале его датчика рабочую частоту. Установи переключатель рода работы на щитке радиополукомпаса в положение ММ, если приводная радиостанция излучает модулированные радиоволны, и в положение МН, если она излучает немодулированные радиоволны. Ручку регулятора громкости на щитке управления радиополукомпасом поверни вправо до отказа. При нормальной работе радиополукомпаса через 1-2 минуты стрелка индикатора настройки отклонится вправо, а в телефонах появится характерный шум или сигналы приводной радиостанции. Установи переключатель рода работы в положение К. При нормальной работе радиополукомпаса стрелка индикатора курса должна прийти в движение около нулевого положения или отклониться. Для точной подстройки радиополукомпаса при близком расстоянии самолета к приводной радиостанции переключатель рода работы оставь в положение К. Поворачивая медленно около установленной частоты ручку механизма управления настройкой, добейся максимального отклонения стрелки индикатора влево. Переключатель рода работы установи в положение ММ или МН и по позывным радиостанции проверь правильность настройки. При значительном расстоянии самолета от приводной радиостанции переключатель рода работы установи в положение МН. Медленно, поворачивая ручку управления настройкой, добейся максимальной слышимости в телефоне и проверь правильность настройки на заданную приводную радиостанцию по ее позывным. Проверь работу радиоотметчика, для чего установи переключатель рода работы в положении К, а переключатель РПК-РО поставь в положение РО, при этом должна загореться сигнальная лампочка, а стрелка индикатора курса должна отклониться влево, если приводная радиостанция впереди самолета, или вправо, если она позади самолета. Проверка окончена. Переключатель рода работы на щитке управления РПК оставь в положении К, а переключатель РПК-РО установи в положение РПК. Выключи тумблер рация. И отключи аэродромный аккумулятор. Открой вентиль кислородного баллона. Давление в баллоне должно быть 145-150 кг на квадратный сантиметр. По окончании проверки спецоборудования о готовности его к полету сообщи механику самолета. Если предстоит стрельба, то надо подготовить оружие самолета. Для этого сними верхний капот двигателя. Проверь, что оружие разряжено, предварительно перезарядив его. Осмотри оружие. Проверь крепление пушек и проводки пневмосистемы. Проверь работу системы спуска оружия. Осмотри патронную ленту. Убедись в правильности набивки ее, чистоте и отсутствии повреждений. Заложи патронную ленту в ящик.
Заряди пушку. Патронная лента заводится в приемник так, чтобы звено первого патрона делось на съемник. Дважды перезаряди оружие. Оружие готово к стрельбе. Проверь под цвет прицела. Доложи механику самолета о готовности оружия к полету. Перед буксировкой самолета на старт механик должен осмотреть кабину, проверить, закрыты ли все крышки лючков, которые открывались во время предполетной подготовки, и подготовить самолет к буксировке на старт. Моторист должен протереть остекление фонаря. О готовности самолета механик докладывает летчику. На старт берутся колодки, стеллаж, зарядная трубка, сумка с инструментом, аэродромный баллон сжатого воздуха, огнетушители и бидон с пусковым бензином. Буксировка производится при помощи специального троса, присоединяющегося крюками к буксировочным пушкам на шасси. После посадки самолета, получив от летчика замечание о работе материальной части в полете, механик должен приступить к послеполетному осмотру самолета. Послеполетный осмотр производится в следующем порядке. Силовая установка, шасси, крылья, фюзеляж, хвостовое оперение, костильная установка, кабина. Сними передние капоты двигателя и осмотри, нет ли повреждений их и следов течи керосина, бензина и масла. Слей масло из маслобака. Закрой и законтри сливной кран маслобака. Осмотри дренаж маслобака и бензобака, крепление переднего фюзеляжного бака и трубопроводов. Осмотри корпус двигателя, агрегаты, трубопроводы и электропроводку на нем. Нет ли внешних повреждений? Исправны ли крепления? Нет ли подтекания керосина, бензина и масла? Таким же порядком произведи осмотр с левой стороны.
Поставь на место передний капот и двигателя. Вынь заглушку и осмотри всасывающее сопло, обтекатель пускового мотора, лопатки направляющего аппарата первой ступени компрессора. Проверь крепление обтекателя пускового мотора. Поставь заглушку на место. Осмотри капот реактивного сопла с левой стороны. Осмотри поверхность реактивного сопла, иглу реактивного сопла и лопатки турбины. Осмотри капот реактивного сопла с правой стороны. Проверь, не засорено ли отверстие трубки вывода дренажной системы керосиновых баков в атмосферу. Трещин и деформаций на ободе и репорте колеса не должно быть. Также недопустимы трещины, проколы и глубокие царапины на покрышке колеса. По обжатию проверь, нормально ли давление в пневматике. При нормальном давлении обжатие малозаметно. Осмотри колесный щиток. Щиток стойкий и крепление. Осмотри полубилку, траверсы, контровку гаек болтов траверс. Шток. На нем не должно быть заусенцев, задиров, царапин и следов подтекания гидросмеси амортизатора. Шток должен быть смазан. По оставшимся следам проверить ход амортизации. При нормальном давлении в исправных манжетах ход 40-90 мм. Осмотри цилиндр амортизационной стойки. Проверь наличие предохранительного колпачка на зарядном штуцере и контровке колпачка. Осмотри контровку крепления амортизационной стойки. Осмотри складывающийся подкос, крепление соединяющих его болтов и контровку креплений. Осмотри цилиндр подъема и выпуска шасси, крепление к нему штуцеров воздушной системы, крепление цилиндра и штока, контровку креплений. Осмотри трубки и бронированные шланги тормозной системы и системы подъема и выпуска шасси и крепления. Осмотри крепление механического указателя положения шасси. Осмотри концевой выключатель электрической сигнализации выпущенного положения шасси. Осмотри замок убранного положения шасси и трос, идущий к ручке аварийного открытия замков. Осмотри замок шасси и трос, идущий к замку шасси. Осмотри замок щитка. Купол шасси и нижний зарез крыла и фюзеляжа, винты крепления. Таким же порядком осмотри левую ногу шасси. Осмотрев верхние зарезы крыла и фюзеляжа, проверь, нет ли внешних повреждений, выпучивания, ослабления заклепок верхней обшивки крыла. Также осмотри нижнюю обшивку крыла и проверь затяжку винтов крепления силовых люков крыла. Проверь надежность крепления трубки ПИТО. Стекло аэронавигационного огня должно быть целым. Осмотри элерон, узлы крепления, контровку на среднем узле.
Если загрязнены дренажные отверстия, то прочисти их. Зафиксировав ручку управления в нейтральном положении, проверь, нет ли люфта в элеронах. Проверь, плотно ли прилегает посадочный щиток к крылу. Если дренажные отверстия посадочного щитка загрязнены, то прочисти их. Таким же порядком осмотри правую сторону крыла. Осмотри капоты фюзеляжа и винты крепления их. Сними крышку бокового люка фюзеляжа. Осмотри панель, рычаги, тяги, трубопроводы, ролики и тросы управления триммером руля высоты, вал ручного управления, цел ли на нем чехол и аккумулятор. Осмотри ролики и тросы управления рулем поворота. Кислородные и воздушные баллоны. Просмотри рычаги и тяги управления элеронами. Цилиндр и тяги управления посадочными щитками. Качалку и тягу управления рулем высоты. Поставь на место крышку люка. Осмотри обшивку фюзеляжа и проверь, не ослабли ли винты и болты ее крепления. На обшивке хвостового оперения не должно быть внешних повреждений и ослабеваний заклепок. Если дренажные отверстия руля высоты и руля поворота загрязнены, то прочисти их. Осмотри кронштейны, шарнирные соединения подвески руля высоты и руля поворота, контровку креплений. Покачивая за консольную часть стабилизатора, проверь надежность его крепления к фюзеляжу. Зафиксировав ручку управления и педали в нейтральном положении, проверь отсутствие люфта в руле высоты и в руле поворота. Осмотри триммер руля высоты. Осмотри хвостовое колесо, крепление его на оси, контровку крепления, вилку и обтекатель, рессорную амортизацию стопора и купол хвостового колеса. Открой крышку хвостового люка и осмотри амортподъемник, зарядный штуцер, штоки, нет ли на них задиров и царапин, следов подтекания гидросмеси, смазаны ли они. Осмотри стойку хвостового колеса. На куполе хвостового колеса не должно быть трещин. Осмотри стопор хвостового колеса, боуден троса стопора, кронштейн крепления троса к рычагу весового балансира руля высоты, сам весовой балансир. Просмотри ролики и тросы управления рулем поворота и триммером руля высоты, а также качалки и тяги управления рулем высоты. Осмотри кабину самолета и все ее оборудование. Посмотри, в порядке ли сиденье пилота, привязные ремни, педали, пол кабины. Проверь работу замка фонаря и легкость хода подвижной части фонаря в направляющих. Отклоняя ручку управления самолетом и педали, проверь плавность хода руля высоты, элеронов, руля поворота. Вращая штурвал, проверь плавность хода триммера руля высоты. Поставь триммер нейтрально. Открой кран зарядки основной воздушной сети. При педалях, поставленных нейтрально, нажми на рычаг управления тормозами и затем опусти его.
При нажатии рычаг должен отклоняться плавно. После отпускания его в течение 2-3 секунд должно быть слышно шипение выходящего воздуха. Нажми рычаг управления тормозами и поочередно отклоняй педали вправо и влево. При этом в течение 2-3 секунд должно быть слышно шипение выходящего воздуха. Отпусти рычаг управления тормозами. Педали поставь нейтрально. Поставь кран посадочных щитков в положение «Убрано». Если в течение 5 минут давление по манометру основной сети уменьшится не более чем на 2 кг на квадратный сантиметр и не будет слышно шума выходящего воздуха, система от баллона до камеры подъема щитков герметична. Переведи кран щитков в положение «Выпущено». Если в течение 5 минут давление уменьшится не больше, чем на 2 кг на квадратный сантиметр, и не будет слышно шума выходящего воздуха, то система от баллона до камеры выпуска щитков герметична. Осмотри механизм управления щитками и тяги управления и качалки элеронов. Переведи кран щитков в положение «Убрано», а затем нейтрально. Закрой кран основной воздушной сети. Проверь плавность хода рычагов управления пожарным краном и двигателем. Проверь затяжку и подтяни ослабевшие винты крепления силовых крышек люков крыла, зализов крыла и хвостового оперения. Открой хвостовой лючок и сними нижний зализ хвостовой части фюзеляжа. Осмотри кронштейн крепления троса, стопора хвостового колеса и запаянный конец троса. Поставь нижний зализ хвостовой части фюзеляжа и закрой хвостовой лючок. Открой крышки лючков для трубы подъема хвоста самолета. Поставь трубу подъема хвоста. Подними хвост самолета. Подставив козелок под трубу подъема хвоста, опусти хвост самолета. Сними хвостовое колесо и осмотри его. Сними подшипники, промой и осмотри целость подшипников, а затем смажь их. Проверь по звуку целость рессорной амортизации. Поставь хвостовое колесо на место и опусти хвост самолета с козелка.
вначале проделав все 5-часовые регламентные работы, возобнови смазку всех шарнирных соединений шасси, хвостового колеса, рулей, элеронов, шарниров тяг и качалок управления рулем высоты, элеронами, посадочными щитками, роликов тросов управления рулем поворота и триммера. Произведи аварийный сброс фонаря. После проверки установи сбрасываемую часть на место. Произведя первоначально все 5-часовые регламентные работы, подними самолет на козелки. Сними крышки люков корневых керосиновых баков. Осмотри баки, трубопроводы, подходящие к ним, и помпы высотной подкачки. Поставь крышки люков. Переставив козелки, сними крышки люков консольных баков. Осмотри консольные баки и трубопроводы, подходящие к ним. Поставь крышки люков, после чего опусти самолет с козелков. Сними хвостовой зарис и осмотри узлы крепления киля и стабилизатора. Эта работа производится после 50 посадок самолета, а также если механизмы подъема и выпуска шасси не проверялись в полете в течение 10 дней и в случае обнаружения недостатков в работе шасси. Навесь на трубу подъема груз не менее 50 килограммов. Равномерно подними самолет на такую высоту, чтобы колеса шасси поднялись на 30 миллиметров над землей. Проверь по манометрам зарядку основного и аварийного баллонов. Давление должно быть равно 50 килограммам на квадратный сантиметр. Установи ручку крана шасси в положение «Выпущено». Если при таком положении ручки крана шасси в течение 5 минут давление снизится не более чем на 2 кг на квадратный сантиметр, то систему от крана шасси до камер цилиндров выпуска шасси и хвостового колеса можно считать герметичной. Переведи ручку крана шасси в нейтральное положение. При этом воздух из системы выпуска шасси должен быстро стравиться. Включи тумблер с надписью «Аккумулятор». Тогда загорятся зеленые лампочки сигнализации выпуска шасси. Подав команду от шасси и получив ответ «Есть от шасси», переведи ручку крана шасси из нейтрального в положение «Выпущено». Задержи на 2-3 секунды, а затем быстро переведи в положение «Поднято». Механический указатель опустится вниз. Зеленые лампочки погаснут.
Оставь кран шасси в положении поднятое и следи за давлением. Если давление упадет за 5 минут не более чем на 2 кг на квадратный сантиметр, то систему от крана шасси до камер цилиндров уборки шасси и хвостового колеса можно считать герметичной. Поставь ручку крана шасси в положение нейтральное и подожди, пока из системы уборки шасси справится воздух. Если шасси не выпадут, и при попытке вытянуть их руками они также не выйдут, замки действительно заперты и работают исправно. Нужно попытаться вытянуть хвостовое колесо. Если оно не выходит, защелка убранного положения работает исправно. Переведи ручку крана шасси с положения нейтрально в положение поднятое, чтобы воздух успел заполнить систему. Задержи в этом положении на 2-3 секунды. Затем быстро переведи ручку в положение выпущено. При этом шасси выпускается. Механические указатели положения шасси выходят вверх, а зеленые лампочки загораются. Хвостовое колесо выпускается. Категорически запрещается производить выпуск шасси без создания противодавления на выпуск. Проверь, нет ли трения покрышек колес о купол шасси. При наличии трения в куполе будет черный след. Проверь щупом зазор. Зазор должен быть в пределах от 0,3 до 0,5 мм. Подай команду от шасси. Получив ответ «Ездит шасси», проверь аварийный выпуск шасси. Ручку шасси поставь в нейтральное положение и подожди, пока справится воздух. Открой замки подвески стоек шасси. Для этого рывком дерни за ручку аварийного открытия замков. Открой кран аварийного выпуска шасси. Шасси встанут на замки. Механические указатели полностью выйдут вверх. Зеленые лампочки загорятся. Определи минимальное давление, при котором шасси убираются и выпускаются. Для этого произведи многократный подъем и выпуск шасси. Выключи бортовой аккумулятор. После аварийного выпуска шасси отсоедини трубку аварийной системы на тройнике цилиндра подъема шасси, чтобы стравить воздух. В противном случае подъем шасси будет невозможен. Присоедини трубку аварийной системы. Опусти самолет с крыльевых козелков и убери козелки. Опусти хвост самолета. Фильтр основного топлива на распределительном щитке двигателя. Отсоедини отводную керосиновую магистраль от фильтра. Отверни гайки крепления крышки фильтра к корпусу и вынь крышку с сетками. Отверни гайку стяжного болта фильтра и сними с каркаса 10 сеток фильтра, 11 шайб, опорный диск и опорную шайбу. Промой в чистом бензине сетки фильтров и проверь, нет ли в них прорывов. Отдельно каркас 10 сеток фильтра и 11 промежуточных шайб, опорный диск и опорную чашку. Стяни фильтр стяжным болтом и зашпринтуй гайку.
Поставь фильтр в корпус и закрепи гайками. Присоедини к штуцеру крышки фильтра отводную керосиновую магистраль. Фильтр в корпусе обратно в керосиново-бензиновых клапанах. Вынь фильтр, промой в чистом бензине и осмотри. Поставь фильтр. Фильтр пускового мотора. Вытяни трос ручного запуска. Сними кольцо троса. Подсоедини к тросу проволочку. Отверни болты крепления обтекателя пускового мотора. Сними обтекатель. Сними топливный фильтр пускового мотора. Промой фильтр в чистом бензине и осмотри. Поставь фильтр. Поставь обтекатель. Подсоедини кольцо к тросу. Фильтр пускового топлива перед бензопомпой. Сними фильтр, промой в чистом бензине и осмотри. Поставь фильтр. Основной масляный фильтр. Отверни гайки крепления крышки фильтра. Сними крышку. Вынь масляный фильтр из коробки передач. Расконтри и отверни стяжную гайку фильтра. Фильтр разбирается и промывается в чистом бензине. Осматриваются сетки. На каркас фильтра надевается верхний опорный диск, вогнутый частью к буртику каркаса. Две сетки фильтра и три промежуточных шайбы. Первый и последний ставить шайбы. Один на каркас средний опорный диск, вогнутый частью к сеткам, и последующие две сетки с тремя промежуточными шайбами. Первый и последний ставить шайбы. Один третий опорный диск, вогнутый частью к резьбе каркаса. Стяни фильтр гайкой, подложив под нее шайбу замок. Законтри гайку шайбой замком. Ставь фильтр в коробку передач гайкой вниз. Поставь крышку фильтра, подложив прокладку и приверни гайками. Масляный фильтр системы регулирования. Сними масляный фильтр системы регулирования. Промой в чистом бензине и смотри. Поставь фильтр. Вначале выполни полуторачасовые регламентные работы. Слей масло из бачков отстойников. Отсоедини у бачков отстойников трубки для замера давления воздуха на входе в компрессор и статического давления. Продуй. Затем вновь смонтируй. Вначале выполни трехчасовые регламентные работы.
Отсоедини трубопровод от регулятора хода иглы реактивного сопла до бачков отстойников. Продуй их. Затем вновь смонтируй. Подними самолет на хвостовой козелок, подставив под колеса шасси тормозные колодки. Сними капоты двигателя и все кронштейны и тяги. Слей бензин из бензобачка. Слей 200 литров керосина. Сними нижний залез крыла и фюзеляжа. Разъедини все трубопроводы на распределительном щитке. Выверни приемник термометра масла и сними его вместе с проводкой из двигателя. Отсоедини электропроводку на распределительном щитке. Отсоедини петрофлекс и дренаж переднего фюзеляжного бака. Отсоедини проводку термопары у приемника. Отсоедини тягу управления двигателем. Сними гильзу и звенья сборники. Подведи под двигатель специальную тележку для съемки двигателя. Расконтри и отверни гайки крепления двигателя. Отвези тележку с двигателем в сторону. Сними хомуты, контрящие шпильки гаек. Вынимая шпильки, проверь, не разработались ли отверстия под шпильками. При снижении температуры наружного воздуха ниже плюс 5 градусов Цельсия перед запуском необходим предварительный подогрев двигателя. Он производится при помощи моторного или инжекторного подогревателя. Горячий воздух подводится через реактивное сопло. Заглушку реактивного сопла необходимо заменить специальной заглушкой для подогрева, а заглушку всасывающего сопла приоткрыть. Подогрев производится также через специальные лючки. В этом случае необходимо специально подогревать пусковой мотор, подводя горячий воздух под обтекатель его. Чем ниже температура наружного воздуха, тем больше продолжительность подогрева. Масло необходимо заправлять, предварительно подогрев его до температуры 90-100 градусов. В зимнее время рекомендуется применять для пускового мотора легкие пусковые сорта бензина. В конце каждого летного дня необходимо сливать из топливной системы 2-3 литра керосина во избежание скопления и замерзания воды.